спокойно так хорошо упал. И потом голова об пол. Видишь, все ты. А как об пол, так все самое. Давай еще один кадр. Дубль. Все, ветерок хоть докоснулся до асфальта и упал. А первый раз я упал, я даже не торкнулся. Вот опять я не торкнулся. Чё это? Блин, сзади. Чё это? Блин! А? Так. И видел, я ментал был прям через пару голов, а по случайно ты уже. Чё дох перетел. А? Почему? А. Так, go down. Чувак, я по тебе косил, я тебя жалел. Ты. А у меня 3 звезды. Это в полжизни остается, порабатывай дальше. Вот сейчас будем делать это вместе. Блин, приземлился нормальный. Нагнулся, сдох. Я встаю, успел взять перед смертью, слышишь? Надо стрелять, вот залог успеха. Да я не знаю, где-то здесь. Бесполезно. Нет. Все полезно. Ну я туда же. Я взял пистолет. Что? Блин, все ведь приземлилось. Помнишь, мы тачку троняли себе на голову? И чем вот это типа? У меня была нужна тачка. Ну да, ты эпичен. Там вон в углу я тебя туда хочу. Ухью! Смотри, где я? Во! Ты не видел? Я упал ровно на коробку, куда я хотел, но вот, потом умер. Ч
Как, скинь мне тачку на пушку. Оп, оп, видишь, где я? Смотри, смотри. Mm-hmm. Что, погоди, сейчас скользнет? Смотри, смотри. Блин, никуда. Сейчас я повторю этот трюк. Капельку снял, сказал всего. Блин, два выстрела надо, по выстрелу не стоит сделать все прикольно. Завтра пистолет можно собирать. Я убью тебя с собой. Знаете, я ведь походу выжил. Ну, не знаю. Блин. Как я прыгаю, смотри, сюда. Хоп, и резко поворачиваю. Ой, блин. Совет решил выстрелить сам. Тут матрасики, смотри, постели. Во. Матрасики будешь прыгать? Да, это очень похоже на матрасик. Я просто я тебя убью. Там двойные вот более-менее еще матрасы, они спасают. Вообще я хорошо раскидаю. Я тоже там раскидал матрас. Сейчас, значит, нам все поможет, все, что здесь есть. Земли касаюсь, все, труп. Разрыв селезенки. Мочевой пузырь лопнул. Хотя я в машинке не сидел, я шел в машине. Ну я знаю, что ты мне не сидишь. Опа, я почти выжил. То есть падаешь об машины на землю и тебе хана. Не стали как задержаться. Они не пропали, интересно. Чё-то сомневаюсь, не должны быть. Стояли. Возьми машину. Подлый русский Иван. Подлый русский Роман. О, блин! Машина в поддоны умер. Когда земля нашла. Не помнишь тебе видос, как чувак в машину проминал тело? Да. Я в щель падаю. Сразу же я не писаю, что ты меня убил. Фактически я коснулся спиной в машине. Вот куда ты их поставил? Конечно, поставил на машину. Блин, не пробил. Ни хрена себе. Упал с живым, даже не кроком. Все окна повбивал. Что там пистолет валяет? О! Блин! Земляка! На пандон налег, все вроде нормально, распластался. Коснулся земли уже.
Поддоны даже надежнее тачки были, я смотрю. Ты вроде встал, уже сдох. Я разбил стекло даже. Там север большая между машин. Тоже два патрона, вот, блин. 666. 661. Там серьба большая. Все, я поступаю по-пастерски. Хорошая себя тарелочка. Да. Так, еще разочек. Тихо, тихо! Тихо! Неужели? Замочи меня. Убей меня, я ж столько по тебе стрелял. Добрый сенсей. Ну что ж все. О, одна. Опа, две машины пропали. Так давно. Странно. Да. Только что были. Кто хотел сказать, ты в щель прыгай. Видишь, ты меня задавил, типа. Чем? Интересно, я тебя мог задавить. Потому что я об тачку ударился и сдох. По-моему, мне там шею проткнуло ящиком. Я вам без дырок делаю. Тут так распластался, сполз и все равно сдох, блин. Но мне повезло, что там где-то крючком надо пробыть между машинами. О, идеально. Повезло. Вода. Ой! Это должно быть больно. Блять, я тебя наебал. Ну то с. Поминки что-то не хотят. Чувак, посмотри назад. Не, ну ты видел, как я не... Сука. Не, ну ты видел, как я неэпично приземлился? Прям чисто на карте. Конечно, там у него что-то порвалось, но это не важно. Серьёзно? Вот чисто так, только не сдох. Ах, хуйня. Ой, где тачки? Блин, там насрать я стою, не вообще. Сейчас я выживу, я смогу. Я тебя попал. Чисто идеально. Плашмя.